Привет всем! Сегодня сделаю обзор на мой любимый плеер Sony. Посмотрим, какой. Я его подключил к питанию, он заряжается. Какой необычный гараж. Наушнички. Смотрите, какие. А? Мой любимый плеер у меня давно. Хотя он и старый, он еще немножко работает. Посмотрим, что с ним. Я аккуратненько отключаю его от питания. Не получается. Вот он. Что там? Музыка. НВ. Плеер НВ. Вот наушнички. Тоже можно сказать. Ну, там музыка. Переключатель для него. Это неплохое. На задней панели кнопочка. Какая кнопочка? Hold. Play mode, sound. Не нужны. Есть кнопка резет. На передней панели кнопки третьего. Вот кнопка. Вот смотрите. Вот. Управление плеером. Железный переключатель тоже нужен. На нижней панели кнопочка дисплей и хома. Разъем. Вот смотрим разъем. Вот разъем. Для чего? Для подключения компьютера. Плеер управляется с помощью специальной программы от Sony. Туда можно закачивать музыку и выкачивать из нее музыку. Вот. Что я хотел вам сегодня сказать. Дорогие мои друзья. До свидания.